Эти два знака зодиака поцелованные небесами. Они будут под надежной защитой ангела-хранителя весь август 2022 года. В наше непростое время так важно чувствовать поддержку не только близких людей, но и высших сил. Недаром в моменты отчаяния мы обращаемся к небесам, прося совета, защиты и изменений к лучшему. Так вот, астрологи спрогнозировали, что весь август будет покровительствовать двум знакам зодиака. Начнется поистине волшебный период, ведь заботливый ангел-хранитель бережно отведет от них все беды, болезни и неудачи, направляя по верному пути. А на этой дороге ожидают только приятные события, денежная прибыль, гармония в любви и карьерные достижения. Так давайте вместе узнаем эти знаки зодиака. Первый знак зодиака – Скорпион. Прибыль пойдет к ним в руки сплошным потоком. Будет несколько опасных моментов, но ангел вас спасет. И второй знак – вас ждет самый лучший месяц в вашей жизни. Не забудьте поблагодарить высшие силы. Это у нас Телец.